Летняя пора – это еще и время для проведения разного рода соревнований, спартакиад на свежем воздухе. И многие этим, конечно же, пользуются и не жалеют. 9 июля по Тверью состоялся традиционный молодежный слет, организованный первичной профсоюзной организацией «Тверские вагоностроители» и Тверской областной организацией Российского профсоюза работников промышленности. На этот раз мероприятие стало юбилейным. Слет проводился в 20-й раз. Подробности прямо сейчас. Заявку на участие в слете подали члены профсоюза из различных подразделений Тверского вагоностроительного завода. Тема слета, как и всегда, продумана и интересна. На этот раз слет превратился в спартакиаду. Состав каждой команды был сформирован путем жеребьевки среди участников мероприятия, чтобы люди из разных подразделений могли лучше узнать друг друга и подружиться. По условиям спартакиады каждая команда должна выполнять определенные задания. Это способствует формированию коллективного творчества и слаженной работе. Лето мы попробовали, а зимой горки, сани, эстафеты. Это ж круто вообще. Будем надеяться зимой. В наше время одним из приоритетов профсоюза на всех его уровнях продолжает оставаться работа по формированию командного духа, поскольку это ощущение единения, согласованности, солидарности с членами коллектива. В бизнесе командный дух сочетает в себе человеческие и профессиональные качества, а в свободной дружеской обстановке сотрудники единой команды работают над достижением общих целей. И первоочередная задача здесь именно сплочение коллектива. Сегодня в этом прекрасном месте под названием «Сказка Русь» проходит уже традиционный 20-й, можно сказать, юбилейный молодежный слет первичной профсоюзной организации «Тверские вагоностроители». Он объединяет работников вагоностроительного завода и работников производственной площадки Тверского вагоностроительного завода. Мы все связаны одной работой. Но кроме этого нас еще связывает замечательная организация под названием «Профсоюз». В экстремальных условиях командный дух является особенно ценным активом. Все сотрудники компании стремятся преодолевать трудности, сохраняя при этом позитивный настрой и добрую атмосферу. Кроме того, в коллективе, состоящем из представителей разных поколений, связь необходима для обмена опытом и навыками.